Добрый вечер. Меня зовут Яна Третьякова. Я основатель онлайн-университета общения BreakFree. Мы занимаемся развитием soft skills, навыки мышления, принятия решений и эмоциональный интеллект. Мы – МООС-платформа, направленная на сегмент дополнительного профессионального образования в формате ongoing learning, использующая в основном видеоконтент и вебинары по модели микрообучения. Какую проблему решает проект? Приобретение и улучшение навыка переговоров, который позволяет решать проблемы в карьере, бизнесе и семье. Наша целевая аудитория – молодые семьи и молодые профессионалы. Приоритетный сегмент – молодые профессионалы, поколение Y из крупных городов, пиковый возраст от 23 до 33 лет с доходом от 50 тысяч рублей. Их барьеры – низкая скорость получения результата и неприменимый к жизни контент. Почему выбирают нас? Мы сокращаем скорость получения результата, гарантируем результат и становимся доступными для своей аудитории за счет модели фремиум. Нашими основными конкурентами являются психологи и психотерапевты, коучи и менторы, смежные онлайн-платформы. Кроме вышеперечисленного, мы отличаемся от них высокими компетенциями в преподавании, лингвистике и soft skills на понятном языке. Текущая стадия проекта. Мы уже прибыльный проект. За последний год совокупная выручка составила 10,9 миллионов рублей. На данный момент основная потребность состоит в масштабировании и увеличении каналов продаж. С учетом совокупной выручки за последний год оценка pre-money составляет 87,5 миллионов рублей. С учетом привлеченных инвестиций в 15 миллионов рублей post-money будет составлять 102,5 миллионов рублей. Наше предложение инвестору заключается в том, что мы предлагаем за 15 миллионов рублей 14,7% доли компании. Инвестор сможет вернуть вложенные деньги за счет дивидендных выплат и exit value, которые составляют в совокупности 148,7 миллионов рублей за 4 года. Мы провели оценку компании. С учетом совокупной выручки мы получили данные насчет стоимости и поэтому получили полное предложение именно в таком виде. Наша глобальная цель – забрать 1% международного рынка в течение 4 лет, который составляет 4 миллиарда долларов. К 2030 году около 800 миллионов человек потеряют рабочие места, их заменят роботы. К 2020 году появится 186 новых специальностей в 25 областях. Топ навыков, согласно Всемирному экономическому форуму, к 2020 году – решение проблем, критическое мышление, эмоциональный интеллект, управление людьми и коммуникация. Все это soft skills. Гарвардский университет доказал, soft skills – это 85% успеха в жизни. Не бойтесь будущего, подготовьтесь к нему. Break free. Говорите с миром на одном языке. Оно того стоит. Спасибо большое. Отличный питч, и причем еще целых 30 секунд есть. Спасибо вам огромное. Инвесторы голосуют, эксперты голосуют. Яна. Спасибо за выступление. Движемся дальше. Пожалуйста, наводите на контакты Яны Третьяковой. Есть QR-код, фотографируйте, наводите ваши камеры. Ян, смотрите, сколько камер наводится на вас. Видите, смотрите, ползала.